Так, ну что, продолжим. Так. Мы, значит, в 600 году, в прошлом. Тут были. Мы, по-моему, тут уже везде были. Надо вспомнить где-то что. Лес Гардии. Лес ведет на север, к замку Гардии. Теперь зеленый. Зеленый имп. Ставили 39 жизней. Сильные уже идут. Выпили лечилку. Идем дальше. Это что-то блестело я нашел. Power Tap. Какой-то апгрейд, похоже. Вот он. Усилилась атака. Надо везде смотреть все. А тут тоже что-то блестит.
Ого. Роли райдер. Почему иногда атаки сильнее? Двойные такие. Иногда одиночная атака. Иногда двойная. Непонятно. Монстр уронил убежище. Убежище покинул, наверное. Эй, монстр, не роняй убежище. Чайки налетели. Blue Eagle. Одного удара тоже хватает. Звук такой еще, как у падающего самолета. Вирующий. Ого, первый месяц за игру сработал. Неплохо. Так, надо полечиться еще. Тут больше ничего нет. А вот. А, я отсюда пришел. Впереди тупик. Опять эти сундуки запечатанные.
Замок Гарди уже близко. Проход воспрещен. Стой, кто идет? Какая у тебя прическа? Ты откуда, сынок? Ты из армии Магуса? Вряд ли, он бы тогда не сделал такую прическу. Покажи нам свою коллекцию марок, сынок. Ага, проваливай, креветка. Прекрати немедленно. Королева линия. Будьте учтивее, это мой друг. Но он какой-то странный. Ты смеешь ослушаться моего приказа? Простите меня, миледи. Пожалуйста, входите, сэр. Хи-хи. Я завидую тебе. Тебя королева назвала другом. Простите нас, мы уважаем гостей королевы. Ого-го. Что тут? Спускайся вниз, если хочешь отдохнуть. Апартаменты рыцарей находятся внизу. Ниже находится столовая. У шеф-повара ужасный характер, так что не вставайте у него на пути. Мы пойдем к королеве Лине. Король Гардии 21 находится в тронном зале. Ведите себя учтиво. Учтиво. Канцлер. Хм. Король. Сэр, я так понимаю, что именно вы спасли жизнь моей дорогой королевы. Но вы можете рассказать, что произошло? Линия ведет себя как-то странно. Она, кажется, потеряла свою коралловую булавку, которую она очень-очень ценила. Простите меня. Вы наверняка устали. Поговорим об этом позже. Пожалуйста, располагайтесь в рыцарских апартаментах вниз по лестнице и налево. Что-то она какая-то молодая для королевы. Под принцессу больше смахивает. Королева ждет вас наверху в своей комнате. Комната короля наверху. Рыцарские апартаменты находятся внизу слева. А давайте реально зайдем в рыцарские апартаменты. Еще что там такое? Ой. Вышел случайно. Апартаменты. Хочешь поспать? Не хочу. Войска Магус как-то тихо себя ведут. Что-то готовится. Ох, если бы ты только здесь был, сэр Цирус. Ты о нем слышал, не так ли? Нет. Ты не знаешь о сэре Цирусе? Откуда ты приехал? Или ты просто придурок? Ох, какой жесткий. Давным-давно монстр по имени Якра жил в лесу. Но после того, как был построен собор, Якра исчез. Мы за это благодарны. Сэр Цирус был командором рыцарей. Он должен был защищать королеву. Он ушел в поход со своим другом 10 лет назад. С тех пор никто про них ничего не слышал. Как хорошо, что королева нашлась. Теперь мы можем думать о войне. Мост Зинан — наша последняя опора. Мы должны отстоять его даже ценой наших жизней. Так значит, это вы помогли королеве? Поговорите со служанкой, если хотите отдохнуть.
Сколько у меня жизни? Может отдохнуть? Ну, можно восстановить, да. Магию. Все, восстановился. Да, фуловый. А ну а чё в столовой? Нашим чудным шеф-поваром. Это столовая для нас, солдат. Приходите в любое время. Голоден? Садись слева в верхний угол левого стола. Ох, это уже нехорошо. Я голоден. Вот ваша еда. Хорошо. Ох. Просто отлично. Еда шеф-повара отмена. Даю ей 3 звезды. Войска магов лучше нас опасаться. Что будете есть? Ого. Давай-ка сильную похлебку. Секундочку, хорошо. Пожалуйста. Это жизнь восстанавливает. Это место – миниатюрная зона военных действий. Видимо, повар. Здесь детям не место. Подожди, может быть, ты знаешь, что это за такой глазной крем, который так понадобился королеве Лии? Глазной крем. Не знаю. Тоже проголодались парни. Капитан рыцарь, где уж? Ой, капитан, извините. Мы так воюем, а ты не можешь даже нас накормить. О чем ты болтаешь? Не вы одни там воюете. Эй, у меня нет на это времени. Просто накорми моих людей, хорошо? Заткни хлебало, я сам буду решать, кого мне кормить и когда. Блин, все шеф-повара такие. Капитан рыцарь обычно очень добрый, это шеф-повар его разозлил. Капитан рыцарь изо всех сил пытается занять место своего предшественника, сэра Цируса, командора рыцарей. Давайте в палату короля сходим. Или где это я? А, это еще наверх. Сундук получил 100 денег. Хорошо. Чудесно. Опять запечатанная коробка. Интересно, что же там будет. Хм.
Что тебе нужно? Убирайся с глаз моих долой. Ну, что-то канцлер какой-то. Между нами говоря, в последнее время канцлер ведет себя очень странно. Он бродит по ночам. Кстати говоря, о сумасшедших. Я что-то давно не видел этого охранника королевы, лягушонка. Говорят, в лягушку его превратило заклинание. Ты в это веришь? Я думаю, что он шпион. Одну бронзовую кольчугу. А ну, сверим с нашей. Да, бронзовая получше. Надел. Люди говорят, что канцлер сошел с ума. Но я в это не верю. Канцлер уважаемый человек, он ведь ходит в собор каждый день. Собор. Одно лечебное зелье. Королева ждет. Королева вошла в семью 10 лет назад. Она все еще такая молодая. Вообще-то сейчас она выглядит даже моложе, чем в день нашей свадьбы. Вы спасли мою королеву? Ты выглядишь не очень крепким парнем. Ах, вот вы где. Оставьте нас, мне нужно поговорить с ним с глазу на глаз. Конечно, ваше высочество. Подойдите поближе, сэр. Хи-хи. Я тебя обманула, Хрона, да? Это я. Но все называют меня Лини. Это наша Мара Ли. Вот это поворот. Я так рада, что ты здесь. Мы почти совсем не знаем друг друга. Но я почему-то была уверена, что ты придешь за мной. Спасибо, Хрона. Что-то не так. Что происходит? Кажется, будто меня разрывает на части. Ой-ой. Ой-ой, сейчас сундук возьму, подожди. Эзер, я не знаю, что такое Эзер. Помоги мне, Хрона, я боюсь. Пожалуйста, Хрона, помоги мне. Что сказать страже? Плохи дела, видимо. Что за Эзер? Восстанавливает 10 маны.
Ясно. Она уже тебя отпустила? Конечно же, ты был вежлив. Ты ведь не сделал ничего такого? Конечно, нет. А ты уверен? Ты не заметил ничего странного в королеве? Да нет. Хорошо, как скажешь. Мне так надоели все эти слухи. Военный марш такой пошел. Рона. Уф, уф, ты в порядке? Ты нашел девушку? Пропала? В каком смысле пропала? Хм, так я и думала. Я ее знала. И замок выглядит точно так же, как в наше время. Уверена, что они приняли эту девочку за свою наследницу. А, замок. Замок. Дело в том, что она член королевской семьи в наше время. Она принцесса Надя. Надя? Ну пусть будет Надя. Люся есть, будет и Надя. Это принцесса Надя, наследница королевы Лини. Королеву Лини похитили. Насколько я помню, кто-то должен был ее спасти, но история изменилась. Марли так похожа на Лини, что они, видимо, отозвали поиски, когда увидели ее здесь. Но если настоящая королева убита... Марли просто исчезнет. Должно быть, еще есть время. Если мы сможем спасти Лини, тогда история останется такая, как она есть. Видимо, что-то случилось с королевой в этой эпохе, в результате чего принцесса Надя перестала существовать. Скорее, нам нужно найти настоящую королеву. Новый собрат. Падам. Уходим. Да, куда идти вообще? Так, Люся у нас второй уровень. Элемент у нее огонь. Наденем ей бандану. Так, а что у нее за техники? Флеймтосс.
Огненный бросок, блин. Пламя. Опять в Лесгарде идти. Ладно. Тихо. Все, ладно, давайте убьем. Опыт нужен. Ох, что-то она слабенько бьет. Кочаемся. Сплэш пошел, хорошо. У нее техник нет еще, да, да. У нас Люси изучила заклинание. Сайскоп. Аксессуар показывает жизни противника. Куда это надеть? Вот сюда. Она лучше скорость. Что нам эти жизни? Лентос. Ударяет всех врагов на линии. Бьет, задевает. Посмотрим. Да как так-то? Ну, они будут просто так атаковать. Да, атакуют, вот гады. Thank you.
Firewheel, что это такое? Ну, посмотрим. Слабенько. Охрану левел. Илюся левел. Так, и где искать королеву Лени? Это что? Кафедральный собор. Мы хотим только мира во всем мире, или немного мира себе. Люди не знают, что им делать, когда мир... Какие вкусные, а люди не знают, что им делать, когда мир. Я хотел сказать, довольны люди. Так что это странная маняхня какие-то. Люди не знают, что им делать, когда мир. Какие вкусные, я хотел сказать, довольные люди. Вы наверняка захотите остаться на органный концерт. Это просто прекрасно. Боже, кажется, вам стоит немного поесть и отдохнуть. Что это такое? Что ты нашел? Шпильку? Это королевский гребешок гардии. It's a trap! Ого, вот это уже что-то реально жесткое, блин. Тихо. Нага. Да вы офигели, что ли? Эй, очень слабо, ну 8, да ты чё? Короче, тех. Циклон. Так вот. Да вы живучий, нет. Нельзя убежать. Черт. Бомб. Dual fire. Давай вот так. Ох, комба. Ох, комба пошла. Слушай, реально что-то жесткая комба. Очень жесткая. Что это за такое? А, это, видимо, скорость она снизила мне очень. Ох, вот это было опасно.
Фью, пронесло. What the fuck? Эй. Ослабишь охрану и впустишь врага. Вы здесь, чтобы спасти королеву? Логово глубоко внизу, вы пойдете со мной? Лягушка? Хрон, это говорящая лягушка. Ненавижу лягушек. Мой внешний вид не должен вас смущать. Хорошо, поступайте как хотите. Я все равно спасу королеву. Подожди. Ты не похож на плохую лягушку. Я хотел сказать... Рона, что нам делать? Идти с лягушкой, конечно. Придется мне с этим разобраться. В смысле, помочь тебе. Как тебя зовут? Просто Фрог. Ладно, оставляем все по канону. Фрог вполне подойдет. Ого, бицуха. Хорошо, приятно познакомиться, Фрог. Лягушка. Может, здесь есть потайная дверь? Давайте осмотрим тут все. Ну, конечно. Давайте полечимся. Фрог 5 левел. Элемент воды. Вот это он жесткий. Лорп. Ого, он восстанавливает жизнь союзникам. Это круто. О, даже прям сейчас можно. Нифига себе. Когда еще крутяк. Ах, как он прыгает. Ух ты. Ладно, разберемся с тобой. Диаблос. Диаблоса. Нет, она сейчас будет. Поим тос, но по вот этому. Полю, все уровень получила нормально. Сундук.
Что-то позиционка вообще не годится. Тихо, сейчас по двоим смогу. Могу. Змей. Ну давайте. Вы хорошо стоите, так? А ну, комп. Эй, к чему этот маскарад? Здесь это совершенно не нужно. Что это такое? Скоро начнется моя смена. Ненавижу притворяться человеком. Это так отвратительно. А, это они думают, что мы превратились в людей. Те, которых мы съели в последний раз, были не так уж и плохи. И те двое, которых мы поймали, выглядели довольно пухлыми и сочными. Якор такой умный, его план поймать канцлера и занять его место сработал. Теперь королева в плену, а в замке волнение, ну и ну. Я осмотрю статую Магус до начала смены. Эй, куда ты пошел? Иди сюда, ты гад. Погалдаем. Эдер. Так, и чё это? Не нужно было приходить и спасать меня. Хозяин, якора очень долго, я хочу здесь остаться. Вы тоже чувствуете себя здесь как дома. Вы пришли, чтобы спасти королеву Лини? Ох, слава богу. Как хорошо, что вы пришли. Я уверен, что якора будет очень рад. Почему бы вам не отдохнуть здесь, пока он не освободится? Так, что-то я не понял. О, дорогой Магус, твои глаза сияют как звезды. Волосы развиваются, как волны на море. Никакой плохой день или страшное место нам нипочем. Пока ты рядом с нами, бояться нечего. Что тут? Магус, о Магус, наш герой. Магус. Пой вместе с нами свой реквием. Ух, ё, вот это сейчас будет. Да дайте мне походить, вы говнари. Эй, вам не хватает
Джабка могёт. Так, надо бы полечить немного. И ману пополнить. Это статуя Магуса этого. Питбелт. Быстрый поезд. Один Дефендер. А ну смотрим. Непонятно. Питбелт. А, две скорости аксессуар. И Дефендер. Вигор. Один. Что такое Вигор? Гуглим. Сила, энергия. А ну проверим. А, это стамина. Выносливость. Скорость или выносливость. А, ну и я теряю две силы. Не, пусть будет лучше Power Glove. Вот ей можно заменить бандану. Она один спид дает. На питбелт. Ну все. Ох уж этот Магус. Не суетитесь так, отдохните немного, хи-хи. Вот тралы. Они атакуют бесконечно. Вы офигели, что ли? Что-то изучил.
Так, а что я получил? Вот. Snack and slash enemy snack. Что такое snack? Загвоздка. Шпинёк. Препятствие. Ладно, проверим. Ох уж эти церкви у меня. Ну, заформлю, проверю битву. Maiden suit, не знаю, что это. Тоник. Heather. Что за maiden? Это какой-то костюмчик. А вот она может. На 8 брони аж. А почему? А лягуха может носить? Лягуха тоже не может. Ясно. Надеваем. Можно, кстати, полечить шапкой. Нашел секретный бромид на гайет. О, эй, люди. Они пришли за бромидом. Взять их. Ну все четко. Что за бромид? Непонятно.
Steel Saber. Сабля. Посильнее мои, да. Лягуха может надевать? Не может. Больно будет? Нет, не пройти. А вот. Светится что-то? Дай. А вот так. Power Tap — это же усилялка. Чтобы усилить. Силе хрона. Атаку поднял на один. Люди, они прячут королеву сзади. Спасите ее. Сзади. В здании есть комната Магус. Я что-то слышал о сокровищах. Уже взяли. Не переживай. Флёрфкут проверим, что это такое. Неплохо. Стоять, лазучий як. Ох. Так, ну тут камбу просто грех не сделать. Сохранялка.
Так, восстановим жизнь и ману. Эй, закончились. Слабенько, 17 всего. Тихо-тихо. Летучие мыши, еще и вампирик. Естественно. Что произошло? Записочка. Прохода нет. Ну и этих тоже. Ох, ё. Так, ну здесь уже нужна комба. А X-Strike это что такое? Ого. Неплохо. Ох, ё. Ох.
Новый скиллы. Смотрим. Усыпить врага. Полезно. Мана закончилась. Мисс. Мисс. Жесть. Эй, чё вы косите так? Как открыть? Что, реально прохода нет? Давай издевайтесь. Не верю. Что это за батл курсор? Проверим. Нет, стойте, я сказал, что вам нельзя. А? Я вот что скажу, ты знаешь, что делаешь? Хенч. Много вас, много. Блин.
Тихо, комп. Я хочу комп. Вот так вот. Один железный меч. А ну проверим. Лучше ли он того? А жабка его может носить. И он лучше, чем тот, что в жабке. А я могу. И я могу, а он хуже. А, то Iron Blade. А это Sword. Надеваем на жабку. Что произошло? Хотя догадываюсь. Прохода нет, говорите. Ого, вот это он улетает. Еще сохранялка. Что-то зачастили хранялок. Да что-то сложное, по идее, будет. Наверное, лучше подкрепиться. Что за шелтер? Что он делает?
Готовься, королева линии. Ох, что тут сейчас будет? Канцлер, о. Ты, как ты сюда прошел? Фрог. Ваше Величество, позвольте нам... Будьте осторожны. Позвольте нам. Ох, канцлер. Ха-ха-ха. Сопротивление бесполезно. Никто не выйдет отсюда живым. Глупая лягушка. Пора тебе упрыгать из этой жизни. Истинная форма превратится. Ох, вот это пафос. Превратиться в якру. Боже. Да ты не лучше лягушки. Якра. Она комбинейшн. Наверное, это не очень комбинейшн. Может, Может, усыпить попробовать? Да нифига он не спит. Ну, пробивается он неплохо. Эй, ты сейчас убьешь. Насколько он ее лечит? Блин, жабка без маны, это вообще. Супер плохо. Сколько у тебя там осталось, ты? Ох, 44, да вы офигели. Так и чё, он нифига не восстановил? Что это такое? Он телепортнулся? Или он побежден?
Ты пришел меня спасти. Спасибо, Фрог. Король ждет. Давайте вернемся в замок. Спасибо, Хрона и Люся. Да, большое спасибо. Присоединяйтесь к нам. Ого, настоящий канцлер. Ух, спасибо. Этот монстр запер меня здесь. Ох, ваше высочество, вы видите, я не ранен. Мид Идров, что это такое? О, 30 маны. Шикарно. Здесь мне больше не надо драться. Ой. Давайте вернемся в замок. Ты заставила меня волноваться, Ли. Нехорошо, Якра. Ты прикидывался мной и похитил королеву. Мы должны создать систему правосудия в этом королевстве для таких случаев. Я не смог защитить королеву Лини. Я обесчестил себя. Фрог. Лягуха. Спасибо, Хрона. Но что это было за девочка, которую мы нашли в каньоне? Ты успел вовремя. Кто знает, что могло произойти, если бы ты меня не спас. Кстати, где та девочка, которую принимали за меня? О, да, я забыла про принцессу Надю. Рона, куда пропала принцесса Надя? Она все еще может быть там. Так, значит, это была не Линия. Да. А ну, пойдемте посмотрим Надю. Опа-на. А? Что случилось? Принцесса Надя. Хрона. Это было ужасно. Я не могу вспомнить всего. Я была в каком-то холодном темном месте, совсем одна. Вот что значит умереть. Добро пожаловать назад, принцесса Надя. Надя, блин. Вы тоже рисковали своей жизнью ради меня? Принцесса Надя? Ах, ох. Видимо, вы все поняли, так? Извини, Хрона, я не хотела тебя обманывать. Я принцесса Надя. Мой отец король Гардия. 33-й. Мне очень понравилось гулять с тобой по ярмарке. Но если бы ты знал, кто я, Хрона, тогда бы ты не показал мне ярмарку, да? Неправда. Ах, Хрона, поэтому ты мне и нравишься. Настоящая королева в безопасности, да? Пойдем домой, Хрона. Водили Гуха. Вы уже уходите? Куда бы вы ни шли, будьте осторожны. Что означает, что настоящая Лини где-то в другом месте? Именно так я и думала.
сидит. Ты настоящая королева линии, да? Ты могла бы стать моим близнецом. Что ж, лучше вам двоим подружиться, иначе у меня будут крупные неприятности. Я буду молиться об этом. Не поняла. Да, не обращай внимания. Теперь, видимо, пришло время прощаться. Фрог. Это я виноват в том, что королева подверглась опасности. Я уйду навсегда. Ой. Действительно, ты очень похож на королеву. Эй, жабка, не уходи. Крона, ты можешь стать отличным фехтовальщиком. Лягушонок, ты тоже был совсем неплох. Так значит, в центре всех этих событий был собор. Этот фрог проделал отличную работу. Но поскольку войска Магус не смогли похитить линии, они наверняка скоро вернутся. Если бы здесь был Цирус. А что у нее за скиллы? Аура. Тоже хил. Круто. Так, какая теперь цель? Что делать? Ох, Генч. Ну это кафедральный собор. Давайте на рынок. Денег куча, надо, блин, покупать что-то. Thank you.
Что за бронзовый эдж? Рибон. А ну. Гуглим. Ленточка. Она, видимо, дает меткость. Меткость — это хорошо. Тоники вообще дешевые, надо скупиться. Два шлема возьму. Так, ну и все. Хилта статус. Ну, возьму. Увидимся. Куда жабка ушла? Отель Перемирия. Вот Зинанна разрушен, да.
Магусом. Лягушка перебралась на другой берег вплавь. Вот лягуха. Все могет. Блин. А мне как быть? Может, там что-то изменилось. О, что-то новенькое появилось. Аура у Марли. Слэш. Я не проверял слэш. А ну это, видимо, по линии, да. Как мы попадем домой? Ваше высочество, принцесса, мы... Зови меня Марли. Ох, что со звуком опять? Ну хорошо, Марли, смотри. Ух ты. Ты все, ты чудо. Это верно. Ой, я хотел сказать... Ну не скромче, ты просто чудо. Я бы легко променял свое дворянское происхождение на твой гений. Ну, если ты так считаешь. Я называю эту штуку ворота. Это такой портал, который переносит тебя в то же место, но в другом времени. Ворота не очень стабильны, и я применил принцип устройства телепода. Чтобы создать ключ к воротам, теперь их можно использовать когда захочешь. Но как эти ворота вдруг появились? То ли на это повлиял телепорт, то ли не знаю, что еще. Странно все это. Давайте хотя бы вернемся назад в наше время. Хорошо, ты идешь, Хроно?
Фью, мы вернулись. Рона, Люси, почему бы вам не пойти со мной в замок? Я хочу пригласить вас на обед. Извини, что втянула тебя в это, Марли. Ты шутишь? Мне никогда не было так здорово, и у меня появились новые друзья. Рона, будь джентльменом и проводи ее домой. У меня еще есть работа. Скоро увидимся, Люси. Ты проводишь меня домой, Хрона? Ой, я что я сделал? Давай назад. Может, новые слухи даст? Так это она и есть. Это она, походу, всех лечит, да. Ну, круто, круто. Кушай, кушай. А я для всех. А я не то нажал. Ну, пожалуй, на этом мы закончим.
Пока-пока.